Доброе утро всем. Кто-то сегодня, знаете, суббота какая-то не очень. Та суббота была сумасшедшая, в эту субботу не очень. Как-то очень все странно. Даже клиентки мои говорят: а что это ты зашла такая? Я говорю: а что ты одна? Я говорю: представляете, вот так вот. Вот. Я сейчас смотрела, мне так вчерашняя заставка понравилась, которую я сделала. Вы знаете, совсем недавно обнаружила у себя на телефоне функцию влог. Вот. Смотрите, какая у меня прелесть на заставке. И вот тут вот есть функция влог. И много разных, как бы, вот можно сделать заставки. И все снимает так классно. Мне прям так понравилось. В общем, что у меня будет сегодня на обед, и дураку будет понятно, потому что... Та-дам! Буду сейчас... Не знаю, я не хочу, знаете, ни с луком, ни со всеми делами селедку. Просто хочу кусками нарезать, прям с косточками, со всеми делами. И потом вот это вот все сидеть и смаковать. Вот так мне захотелось. Я еще... Ну, сейчас все по порядку. В общем, картошка варится, а мужу пожарю... Вот это вот я ему вчера свинину купила. Я вчера еще салат забацала из свеклы красной. Вспомнила что-то ночью, что у меня свекла красная есть. Вот. И там чесночок, немножко майонезика. Ой, Лук, я так люблю этот салат. Я просто... Все, что ночью делаю, я никогда не пробую. Ни на соль, ни на что. Вкусный. И на соль, и на все. Так что вот, чуть-чуть картошечки, чуть-чуть селедочки. Обожаю селедку. Вот с детства, знаете, я не знаю, сколько себя помню, столько я любила селедку. Я в детстве могла ее целую съесть. Вообще, просто на... Просто вот так вот. Взять и съесть. Кто любит селедку, ставим лайки, пишем комментарии. Я люблю селедку, просто ее обожаю. Кстати, разделываю селедку, я прям в раковине. Так, ничего не грязно, ничего не это, не брызгает. Вот так просто буду есть ее. Вот, и очень удобно, открыла этот секрет. Никакие там газетки или еще что-то, только так. Так намного удобнее. Потому что раньше, знаете, газетки, все равно все это мажется. А это в раковине, там и вода, и все, и помыл ее быстренько. И все шито-крыто. В общем, как-то так. Ну, естественно, целую селедку не съем. Это я, если без всего, то может быть, да. Да не может быть, а так нет. Всем приятного аппетита. А у нас сиеста. Давление мерить. Кто давно меня смотрит, знает, что у меня повышенное давление. На таблетках сижу, поэтому давление каждый день меряю. Хотя часами, кстати, вот часы мерят. Ну, там есть небольшая погрешность, но вот с этим аппаратом тоже нормально так меряется. Вот. Да, давление у меня, кстати, с детства, так что... Это не зависит ни от возраста, ни от веса, ни от чего, не знаю, ни от чего зависит, не зависит, в общем... Это приданное от моих родственников. Вы знаете, я вот сахар не пью, стевию пью. Купила вот такую вот стевию. Не знаю, где. Это, по-моему, вот Меркадона. Но все это фигня на постном масле, потому что я раньше пила сахарозаменитель. Кто давно тоже смотрит, знает, что у меня желудок от сахарозаменителя просто выворачивает. Думала, первый раз, когда случилось, думала, инфаркт у меня случился. Даже пару раз в скорую помощь ездила, потому что не понимала, что со мной. Желудок вообще вот, прям вот в этой части, такое вообще, такая боль ужасная. Потом рвота открывалась. Потом, в общем, думала, один раз меня первый приступ схватил на пляже. Я позвонила мужу, думала, подыхаю нахрен, все, инфаркт случился. Дышать не могла. Потом меня как вырвало, полегче стало. И вот я выясняла, думала, от чая. Потом не знала уже, что думать. Оказывается, это от сахарозаменителя. Как поняла, просто взяла однажды и убрала сахарозаменитель. Не знаю, что случилось, но сахарозаменитель убрала... из своего рациона, и все, перестали боли,
все перестало, и тут до меня доперло, что это от сахарозаменителя. Поэтому я покупаю стевию. Вот. И знаете, думаю, ну вот это тоже стевия, недешево стоит, думаю, стевия, она и стевия, только в другой этой. И начала пить тоже, и какое, то же самое с желудком, жесть, что творится. Но я пью, потому что удобно, знаете, вот эта травка от травы, кстати, где она есть у меня, эта трава? От травы, от настоящей стевии, желудок не болит. Но здесь, видимо, обманывают наш честный народ. И там тоже есть сахарозаменитель. Поэтому все равно вот эта вот трава, она дает какой-то вкус такой, знаете. Ну, такой своеобразный. Ну, ничего не поделаешь. Я не люблю пить чаи без сахара. В общем, не знаю, не понимаю. Некоторые там... Есть у меня вот такие фильтры. Тоже, по-моему, в Меркадоне брала. Туда насыпаешь. А, хотя можно вот в это нахерашить. А так фильтры насыпаешь этой травки и завариваешь. И вот от нее, вот к чему я это? Выпила сейчас кофе вот с этим сахарозаменителем. И все, и желудок схватил. Причем мне, когда в скорой помощи, мне все анализы сделали, и там все просвечивали, и УЗИ, и все, что только не делали, ничего не могли найти, ничего нету. Все нормально. И знаете, что мне врач сказал? Когда у тебя такие боли, просто пей обезболивающее. И все. И правда, я вот сейчас выпила сразу, а раньше пила омепрасоль, потом ножпу, что только не пила, чтобы все это пройти, чтобы прошла боль. И вот обычная, здесь он называется налатин, а в России это налатин, не помню в России как называется. В общем, обезболивающее просто помогает, представляете, потому что... Так как нету никакой болезни в желудке, это просто как аллергический шок, что ли, или какая-то реакция. Просто организм не переносит вот какие-то там компоненты, которые добавляют в сахарозаменитель. Вот такие дела. Я себе нарезала манго. Обалденное. Оно такое мягкое, такое вкусное, такое. Смотрите, как прям это... Масло, видите? Это я покупала. Как пудинг какой-то. Боже, какая вкуснота. Как хорошо, что его можно есть и ни в чем себе не отказывать. В том плане, что можно купить в свободном доступе. Тем более, мне еще клиентка давала. И оно сейчас сезон. Не так уж и дорого будет стоить. В прошлом году, помню, 69 копеек стоило манго. Представляете, вообще копейки. Даже у нас яблоки 2 евро стоят. Вообще яблоки, не знаю, почему здесь такие дорогие. Так что вот так, пьем чай. И на работу мне сегодня. Да-да, вечером мне идти на работу. Вот, уже клиентка другая постоянно мне позвонила. Так похолодало, так заметно, вообще прям дует такой ветерок, прям свежий-свежий. На улице, ой, на море шторм. И все равно, видите, немного выпадает сюда. Видите? Не знаю как. Привет, Чучи, ты когда петь начнешь? Уже пора, наверное. Да, а ты как хотел, надо петь. Дует небольшой ветерок, но тепло, ну как... Такая осенняя погода уже прям чувствуется. Хорошая. Когда не жарко. Ладно, пошла я чай пить. Чай-чаёчек. Я совсем забыла. Я хотела оставить машину вниз. Внизу, чтобы подняться наверх пешком. Заниматься спортом. И я только сейчас очухалась, когда я уже наверху машину здесь оставила, что хотела все по-другому. По привычке, знаете, задумалась что-то,
и по привычке приехала на работу на машине. Вот так вот. Что-то там в мыслях вся была. Ну ладно. Ой, потом, значит, на машине поеду на пляж гулять. Что делать? Говорила, с этим дождем повысилась влажность, и комаров уйма. Меня уже всю сожрали. Чарли, нужно кресло получше сделать. Вот. Удобно тебе там? Он любит там посидеть на кресле, поддыхать. Вот, прям вот тут вот укусил, там укусил, трындец. А у меня еще закончился этот. Ну, этот, который вставляется в розетку, штука такая от комаров. Не знаю, как дверь закрыть, наверное, надо, чтобы они сюда не летели на свет. В общем, у меня тут творог вот этот вот, который, и там ложка. Я не знаю, это какое-то как желе клюквенное. Вот, такой ужин будет. И сажусь монтировать. Вот, не знаю, что там получилось, что снимала, что не снимала, потому что так как я сегодня много работала, поснимать, наверное, не особо пришлось. И клиентка такая вот эта, которая с Канады, что-то с ней разговариваем про социальные сети. Я говорю, а у тебя есть? Она говорит, нет, говорит, у меня времени нету, там ля-ля-ля, тополя. Вот Facebook открыла, и туда, говорит, и все, только открыть открыла. Ну, я ей говорю, а у меня, говорит, и это типа канал есть. Вот. И она такая, да, ой, как здорово, как это так, вот ля-ля. Ну, в общем, поболтали с ней так.
Знаете, удивительно, что у нас сейчас какие-то люди есть, у которых Инстаграм нету. Мне кажется, он у всех есть. Даже те, кто вообще этим не занимается. А вообще найти время для социальных сетей, мне как-то не всегда нахожу время для этого. Не знаю, даже, знаете, в туалет пойду, то есть с телефоном. Раньше газеты читали, а сейчас в телефоне сидят. Вот тебе пора, пожалуйста, прекрасное время посидеть в Инстаграме, выложить какую-нибудь фоточку. Что-то палец щипит. Я его сегодня корябала. Так что вот так вот есть люди, у которых нету социальных сетей, представляете? Ладно, встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Пойду я монтировать. И всем пока-пока!